Вырастают у гнездечку соколята. О, Боже, ти за все мене прости. О, як я їх не хочу відпускати. У просторі нецької мети. Садиться за ворота, по старинному славянскому обычаю принято снимать фату с невесты. Дорогие Анечка и Алеша, весь вечер вы сидели за свадебным столом, как жених и невеста. А сейчас сядьте, пожалуйста, на этот стульчик, уже как муж и жена. Была ты, Анечка, маленькой девочкой. Бегала с подружками на свидание, и время шло. И однажды ты встретила того единственного, кто дал тебе сегодня клятву верности. В фате невесты могут прикоснуться три человека. Мама, которая родила и воспитала. Муж, который дал тебе сегодня клятву любить тебя и никогда не обижать. И свекровь, которая принимает тебя в свой дом, как родную дочь. Уважаемая Виталина Викторовна, облегчите участь своей невестки. Снимите с нее фату, а каждую шпилечку отдайте своему сыну. И пусть за каждую он ее поцелует. Прошу. Владимир Ильич.
Анечка, а кем для тебя сегодня стал Анатолий Григорьевич? Отцом. Ну что ж, друзья мои, я думаю, что, наверное, стоит жить, рожать детей, воспитывать их, чтобы однажды, вот в такой теплый летний вечер, услышать такое родное, да более знакомое мама и папа. И ваши аплодисменты. Ну что ж, Алексей, а теперь на правах уже полноправного мужа приглашай свою мужнюю жену Анну на танец. Горько!
И всем девочкам, которые мечтают выйти замуж, потому что сейчас очень ответственный момент, встать вот, я предлагаю... А на счет три невеста бросает букет. Готов? Раз, два, три! Ваши аплодисменты Ине, будущей нашей невесте. Ина, я прошу вас сюда. Иночка, я прошу вас сюда. Ина, счастье, счастье. Оно и на песчиной любит. Аплодисменты нашей будущей невесте. Но это еще не все. Это еще не все. Потому что я хочу теперь пригласить сюда всех неженатых мужчин. Все неженатые мужчины попрошу. Попрошу. Жора первый пошел. Да не, мальчики. Значит, это вообще будет очень легкое, оно далеко не полетит. Поэтому давайте как-то сконцентрируемся вот в районе вот этой полосы. Так. Торжественный момент. Снятие подвязки с невесты. Под ваши аплодисменты наш дорогой жених снимает подвязку с невесты. Аплодисменты, гости, аплодисменты. Не каждый день невеста разрешает снимать подвязку. Ну что ж, Алексей, первое свое задание ты выполнил. А сейчас, Анечка, вот ты точно так же его раскрути. Нет, ты посмотри на них вначале. Кто хочет, кого ты хочешь выбрать следующих жертвой? Запомнил, да? Вот. Ну что, Анюта, трижды крутишь, значит, три кидаем. Поехали, считаем. Раз, два, три. Андрюша, пойди пожми мужественную руку с женихом. Нет. Без родителей. Я хочу передать привет родителям, пускай готовятся. Но это еще не все. Стой здесь. Инна, я тебя попрошу сюда, ко мне. Ко мне, Ирочка, ко мне. Так уж получается. Я знаю, что вы пришли сюда здесь со своей девушкой, правильно? Вы один пришли? Один пришли. Иночка, ты тоже одна пришла, да? Да, ты тоже. Не одна с кем? Сама пришла. Но тем не менее... Сережа, а можно нам что-нибудь живенькое для будущей невесты и для будущего жениха? Ну такое, знаете, темпераментное что-то, чтобы они взбодрились. А то вообще уже все спят. Хотя бы, несмотря на то, что вы будете гулять завтра второй день, но очень хотелось бы подсластить. Это горько. Поэтому, друзья мои, только сегодня, только сейчас для вас свадебный торт от Ани и от Алексея. Абсолютно не волнуйся, его просто невозможно вынести. Вот точно такой же сладкий, как этот свадебный торт. Ну, еще горят свечи, а вы не хлопаете. Хлопайте, хлопайте. Георгий,
вас попрошу, вы сейчас торжественно перенесите этот торт на стол к молодым, потому что молодые сейчас выполнят свое первое семейное задание. Готовы? Врежьте! Давайте,